Друзья, всем привет, мои деваля, ты сегодня создал стендофф, ну, типа стендоффа, типа кликера, она это не кликер. Такая вот менюшка, пока без музыки, играть. Кнопочка просто так вот. Вот у нас есть вбой, магазин, дело 777, ну, 7-й левел. Вот у меня пах, Андрей, НФС бывший, ну, это вот этот Сергей Плей, так сказать, да. Нажимаем магазин. У нас есть вот такие скины, я хотел сделать типа кликера, и чтобы, когда я нажимал стрелять, то у меня копились деньги, и, в общем-то, вот. Ну, я потом, наверное, попытаюсь сделать кликер прям кликер, а не вот типа такого, ну, чтобы ориентация была другая, и, возможно, тогда у меня все выйдет. Вот такие вот я сделала ружки. Снова магазинчик. Ну, давайте пойдем в бой. У меня там звук есть. Надеюсь, громко не будет. Можем выйти из боя, можем снова зайти. Давайте стрелять. Стрелять нажимаем. Я-то нажал один раз кнопку стрелять. То есть, вот 6 секунд длится один выстрел, ну, звук. Вот так вот. Вот такая вот игра тип стендоффа. Типа мы стреляем по мишеням. Я начал делать Майнкрафт 2D. Ну не то, что начал, а просто сделал сцену меню. Кстати, тут есть я. Это мой скин, потому что я вернулся в Майнкрафт. Поэтому хочу об этом сделать игру. Ну не о том, что я вернулся в Майнкрафт, а о Майнкрафте. И вот я уже сделал кнопочку играть, она не работает, я ее просто сделал. Тут написано верстак, чтобы все поняли, топорик нарисован, там печка есть. Ну, я возле деревца стою. Пишите мне, ну, можете, в принципе, предложить идею, какую бы игру мне сделать. Я, конечно, вот сделаю Майнкрафт, если смогу. Ну, и потом как-нибудь, наверное, кликер сделаю. Да, вот мой скин, я зашел для проверки. Ну, да, конечно, не супер схожесть, но вот так вот я в масочке. Вот такой вот у меня скин, ребят. Я тут начал делать пиццерию, собственно, FNAF 2 в Майнкрафте. В креативе, конечно же, ну да, ладно. Тут у нас олд-аниматроники, по идее, будут, да? Ну, типа олд-аниматроников. Я не буду никакие моды скачивать, поэтому там будут просто манекены. Тут столы. Но этот вентиляция. Я ее еще не доделал, как видите. Вот она идет, и вовсе приходит. Место охранника. Вот такой коридорчик. Правда, здесь у него были как бы стенки. И тут немного, короче, да. Вот у нас свет. Можно светить. Можно там вот посветить. Вентиляции. Можете брать на заметку вот это. Это я не сразу придумал, как это делать. Вот смотрите, берем это и ведем. Куда там хотите. Мне вот сюда, в принципе, надо. Поэтому да. Сейчас, думаю, пока буду с вами общаться, буду достраивать, да. Потому что, ну, такой вот ролик, как бы он будет особо не попадать в рекомендации, потому что YouTube, ну, в рекомендации продвигает ролики больше 10 минут или 10 минут, да. Так, правильно все, да. Тут такую же комнатку надо сделать. Ой, что я делаю? Сейчас, чтобы все было симметрично, мы пойдем вот так. Придем вот сюда, понятненько. Ну, я думаю, стендов. Я не знаю, оставлю я ссылку на него.
Ну, потому что игра такая себе, собственно. Ой, остановись. Ну, там особо ничего-то и нет. Магазин, который просто, типа, картинка как бы, да? Поэтому, ну, хотелось сделать, чтобы он работал, но что-то не получилось. Не начало оно работать. Поэтому я оставил так. Так вот, ребят, вот думаю еще сделать Майнкрафт. Не знаю, буду ли точно его делать. Потому что, ну, надо делать так, чтобы не соприкасался. Ну, хотя это можно не делать. Ну, да, в принципе. Чтоб он мог, типа, проходить через блоки. Ну, не проходить, а... Ну, когда... Вот в Майнкрафте он в 3D, да? То ты идешь и можешь споткнуться. А у меня 2D, и у меня сейчас получается примерно так. Так, я третьего лица включил, но типа сейчас. Вот у меня вот... Сейчас где-то тут. У меня вот так будет проходить он, типа, вот как бы стена, но мы ее проходим. Да? Но это, ладно, будет дерево, я его смогу вот так вот пройти насквозь. Ну а что делать со зданиями? Когда я, допустим, построю дом, я тоже через него проходить, получается, буду. Это плохо, поэтому надо как-то смотреть, вообще кто-то делает, не делает этот Майнкрафт в 2D, интересно. Так что тоже надо будет удостовериться, а то может его никто не делает, и мне как-то это самому надо делать. Очень сложновато еще делать типа джойстик, чтобы он ходил. Что еще? Мир большой там, ну в общем-то да. Много чего. Играю я на версии 1.9.0.0. Это старая версия. Я вот начал в нее играть. Ну, вообще, я начал с другой версии. Ну, да ладно. Ну, вот, короче, считай, самая первая версия, считайте, в которую я играл. Я в нее играл с первого класса или со второго. Не помню. Ну, так что вот так вот. Ребята, ну, сейчас я уже буду заканчивать ролик, вот, когда будет минут 9, может, 10, да? Так, считаем, сколько у нас блоков, раз, два, три, где я сбился? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Смотрим, сколько тут блоков, раз, два, четыре, пять... 6, 7, 8, 9. Надо 9 блоков. Да, встраиваем. Это все уже стена получается. Бамс, 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 бамс. Ой-ой-ой. Хотя, в принципе, ладно. Сделаю этот черненький блок. Да. Бубум. И мне надо посмотреть вентиляция, где начинается. Ну, блока считаем сейчас. Разворот. Раз, два, три, четыре. А, три блока, как я и думал. Подожди, я запутался. А, все. Это с какого? Это у нас... получается. Понятненько. Два, три. Вот тут она начинается. А дождь пошел. Ладненько. Так. А у меня ширина правильная? Да, вроде. Правильная. Ой-ой-ой. Так уже 9 минут. Надо бы заканчивать ролик. Вот так вот, ребята. Ладно, а на этом все. Всем удачи и всем пока-пока.